Доброе утро, дорогие друзья! Да, вот это, да, вот этого мы ждем все, потому что оно действительно утро доброе. Почему? Мы с вами начинаем цикл мероприятий, посвященных столетию Дома офицеров Черноморского флота. Нам исполняется 100 лет 24 апреля в этом году. И сегодня мы как раз и начинаем с мероприятия, которое называется «Исторический портрет. Центральный показательный клуб красных моряков имени товарища Шмидта». Это название наш Дом офицеров носил очень долго. И, наверное, так бы все и осталось, и было бы справедливо, ведь это же история. А с историей невозможно бороться. История либо есть, либо истории нет. Либо мы ее знаем, либо не знаем. Когда я погружался в историю Севастопольского дома офицеров Черноморского флота, глаза мои все время расширялись. Я узнавал столько интересных фактов, столько всего, что меня поражало. Сегодня вы услышите и увидите, как был образован наш Дом офицеров, как он развивался до 1939 года. В следующее воскресенье, 4 апреля, вы увидите исторические хроники, которые будут называться «Дом военно-морского флота, город Севастополь, Великая Отечественная война». Мы вам расскажем о людях и о судьбах, таких, о каких мы сами еще до недавнего времени не знали. Это были великие люди, великие времена. Говорят же, народ, забывший свою историю, обречен пережить ее вновь. А история нашего государства, в том числе и нашего Дома офицеров, это история войн. Так вот, мы не забудем свою историю и никому не позволим этого сделать. 11 апреля мы расскажем о том, как нес океанскую вахту наш Дом офицеров, как коллективы нашего Дома офицеров уходили с кораблями в другие государства на боевые службы, как они там покоряли сердца иностранцев и несли с собой правду о нашей великой стране, тогда Союзе Советских Социалистических Республик. 18 апреля мы расскажем о том, как Дом офицеров принимал участие в русской весне, как Андрей Юрьевич Шабаршов, который сегодня светит нам, этим светом освещает сцену, как Владимир Владимирович Корзюк, наш звукооператор, участвовали в этих событиях, и как они вместе с вами привели Севастополь и Крым на родину, обратно, домой. И мы теперь точно знаем, что так будет всегда. Вариантов других нет. 24 апреля, в день столетия Дома офицеров, будет торжественное собрание, большой творческий отчет коллективов Дома офицеров о своем пути. Конечно же, этот отчет будет прекрасным. Я в этом уверен. И, возможно, командующий в Екатерининском зале проведет торжественный прием в честь столетия Севастопольского Дома офицеров Черноморского флота. Все это нас ждет впереди. А сегодня мы начнем сейчас. Владимир Владимирович включит нам фанфару прекрасную. И мы с вами погрузимся в 1921 год.
Черноморского флота. Сегодня мы начинаем рассказ о главном доме командующего Черноморским флотом, о славной его истории, о замечательных людях, которые каждый в отдельный момент жизни этого дома отдавали ему силы, знания, любовь и преданность свою. Итак, исторический портрет, центральный показательный клуб красных моряков имени товарища Шмидта. В апреле 1919 года в Севастополе была установлена советская власть, а уже через несколько дней газета «Известия» Севастопольского революционного комитета сообщала, что в воскресенье 4 мая 1919 года в помещении бывшего морского собрания состоялось торжественное открытие клуба красных моряков Черноморского флота. В четверг в Севастополь вошли два отряда махновцев, которые, ограбив несколько имений в окрестностях, занялись было грабежами и в Севастополе, что было пресечено ревкомом. Тогда махновцы, рассыпавшись по городу, занялись пропагандой анархизма. Части 6-й и 1-й конной армии вступили в Севастополь. Очевидец Николай Донец рассказывал. Революционный комитет поручил мне и Николаенко достать и приготовить к встрече Красной Армии духовой оркестр. Я знал, что на первой карантинной улице стояли донские казаки. Мы пришли в карантин, разузнали, где живет их капельмейстер, и зашли в дом номер 17. Там он и жил, а с ним еще 6 или 7 музыкантов. Мы завели разговор о том, о сём, как вдруг Николаенко неожиданно для них и для меня выпалил. Мы – большевики. Вам задание – разучить интернационал для встречи Красной Армии. Но все обошлось благополучно. Сам капельмейстер и музыканты знали, что их командование и большинство казаков уже бежали, что никаких пароходов в городе больше нет, и
бежать некуда. Они быстро приняли наше предложение, и через два дня, 15 ноября 1920 года, этот оркестр встречал части Красной Армии интернационалом. На груди музыкантов красовались красные бантики. Командующий Южным фронтом Михаил Васильевич Фрунзе послал в Москву телеграмму следующего содержания. Сегодня наши части вступили в Севастополь. Мощными ударами красных полков раздавлена окончательно южно-русская контрреволюция. Измученной стране открывается возможность приступить к залечиванию ран, нанесенных империалистической и гражданскими войнами. Революционный энтузиазм, проявленный Красной Армией в минувших боях, является порукой того, что и на поприще мирного строительства трудовая Россия одержит не менее блестящие победы. Красная Армия Южного фронта шлет привет и поздравляет с победой рабочих и крестьян России и всего мира, и всех вождей международной революции. Главный командир на Черном и Азовском морях Николай Измайлов рассказывал. Я поручил директиву Коморси республики срочно выехать в Крым с отрядом моряков 200 человек и группой специалистов и комиссаров 16 ноября прибыли в Севастополь. Здесь еще царил хаос и неразбериха, точно после урагана, но уже организовался ревком. Председателем ревком был назначен Семен Крылов, членами ревкома Прокофьев, Селицкий и Марголин. На другой день после моего приезда меня ввели в состав ревкома Севастополя по совместительству с основной работой главного командира военных портов. Ты лети с дороги, птица, зверь, с дороги уходи.
19 ноября 1920 года, понедельник. Севастопольский ревком получил телеграмму. С занятием нашими доблестными войсками Крымского полуострова в наши руки перешли различные склады товаров, привезенные не за границей, а также собранных внутри страны для вывоза за границу. Наша Советская Федеративная Республика в настоящее время ведет напряженную борьбу с хозяйственной разрухой и испытывает острую нужду в снабжении Красной Армии и ударных производственных предприятий наиболее необходимыми средствами производства, материалами и полуфабрикатами. Все такие предметы, находящиеся на Крымском полуострове и доставшиеся нам от врага, должны быть самым тщательным образом переписаны трофейными межведомственными комиссиями, и эти подробные описи должны быть сообщены в Комбесхоз на имя комиссии использования в Москву. Все лица и учреждения, которые допустят нарушение этого распоряжения и позволят расхищению этих трофейных товаров, понесут самое суровое наказание. Председатель Совтрудобороны Ленин. 21 ноября, среда, состоялся митинг моряков и рабочих города Севастополя, организованный Политуправлением морских сил. На митинге присутствовали около 5000 человек. Вынесена резолюция. Мы, рабочие моряки, клянемся честно, неустанно работать по воссозданию организации советской власти и будем напрягать все силы на ускорение работы по поднятию производительности республики. Твердо стоя на защите завоевания Октябрьской революции, мы приветствуем моряков и рабочих Красного Питера и Москвы. Мы, рабочие моряки Севастополя, еще недавно стонавшие под игом наемников международной контрреволюции, освобожденные Великой Красной Армией, шлем привет всем красным морякам. На закате там небо багровое, и тревога в груди трубит. Там рождается счастье новое, ярким факелом в сердце горит. Молодое горит, страстное, как пьянит дорогое вино. Вьется радостно знамя красное, нам на долю оно дано. Эскадрон летит, дело, стало быть, продвигается без затей. Это радость для всех алая, мы не ищем легких путей. На восходе здесь небо багровое, и отвага в груди трубит. Здесь рождается дело новое, песня новая здесь летит. Там вдали за рекой загорались огни, в небе ясно заря догорала. Сотня юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала. Сотня юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала. Они ехали долго в ночной тишине, по широкой украинской степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Это белогвардейские цепи. И бесстрашно отряд поскакал на врага. Завязалась кровавая битва, и боец молодой вдруг погиб головой. Комсомольское сердце пробито. Упал возле ног ворона.
разведки домой возвращалась. 22 ноября, четверг. Севастопольский ревком принял постановление об организации учреждений, призванных заботиться о материальном положении и повышении культурного уровня трудящихся, Народного политехникума, Пролетарского университета, Историко-архивной комиссии, Комитета помощи больным и раненым красноармейцам, Чрезвычайной санитарной комиссии, Жилищной тройки, Отдел общественного питания и других. 27 ноября, вторник. Заведующий под отделом искусств Собинов послал докладную записку заведующему Севастопольским отделом народного образования о национализации театров Севастополя. Он считал, что в первую очередь необходимо национализировать театры Морского собрания с его оперным и драматическим коллективом работников искусств, Ренессанс с коллективом артистов и работников рампы, обслуживающих нужды местного гарнизона, и театр общественного собрания с труппой украинских артистов под руководством товарища Лазуненко. Совсем недавно в небольшом театрике «Ренессанс», где еще играла чья-то халтурная труппа, по ручкам бархатных кресел ползали вши. Ведро холодной воды для умывания стоило 100 тысяч. Все исчислялось в миллионах или в лимонах, как тогда это называли. Поэт Николай Огнивцев, худой и долговязый, с длинными немытыми волосами, шагал по городу с крымским двуроким посохом, усеянным серебряными монограммами, сувенирами друзей, и читал свои последние душераздирающие стихи о России. «Церкви на стойла, иконы на щепки, пробил последний 12-й час. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Что не верю теперь. Дар Божий.
этажа. Центральную выступающую часть фасада украшали колонны. Над входом был большой балкон с ажурным ограждением. В комнатах собрания стояла дорогая мебель. Некоторые ее комплекты пожертвованы с упраздненной императорской яхты «Ливадия», написано в одном из путеводителей начала 20 века. Просторный вестибюль предшествовал танцевальной зале размером 20 на 36 аршин. Вокруг залы шло небольшое возвышение, на котором стояла мебель из приемного зала «Ливадия». Правая боковая дверь вела из залы в гостиные и уборные с меблировкой, из кают государыни и императрицы. Левая дверь сообщала залу с обширной столовой в два света, к которой примыкал буфет. В вестибюле с левой стороны начиналась мраморная лестница на второй этаж, где анфиладой располагались карточная, гостиная для бесед, говорильня, кабинет для чтения, бильярдная и прочее. Здесь всюду стояла мебель из кают государя. Крытым переходом морское собрание соединялось с морской библиотекой, располагавшейся на Екатерининской улице на месте нынешнего высотного здания городской администрации. В морском собрании устраивали публичные лекции, концерты, литературно-музыкальные вечера. Вход в морское собрание разрешался только по рекомендации его членов. Однако днем осмотр помещений разрешался беспрепятственно. Над вихрами мальчишек небо ясное, из прочитанных книжек жизнь прекрасная, и судьба непохожая, но не скверная, и в груди у похожих нам сердце верное. Не свернуть им с дороги, не умчаться обратно, только бой и тревоги. Наша правда. Наша жизнь и искание — все для Родины. Наше тело и знания не подводят нас. Наши плечи могучие — расстояние, и просторы кипучие — к расставаниям. Не понять тем, кто с выгодой, не взвалить наше бремя. Наступило, товарищи, наше время. Все отдать без остатка — дело личное. Если дружим навек, так привычно нам. Другу руку подать, что нам кается? Господам нам, товарищи, век не кланяться. У души нашей искренней вдаль есть дверца. Не устанет стучать наше сердце. Мы наказ за отцов помним точно. К братьям верным своим мчимся срочно. И романтика в нас — наше пламя. В нашем сердце горит дедов знамя. Нас нельзя победить, в нас есть память. Подвиг мы совершим, если нужно. Даже мы погибать можем дружно. Если прадеды наши в лет уканут, наши внуки тогда рядом встанут. Для Отечества вместе нам не тесно. Широка и могуча наша песня. Остался долг с рыбкою степною, и скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда, товарищ правда. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ время, товарищ время. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ время. Я снова поднимаюсь по тревоге, и снова бой такой, что бурям тесно. Ты только не взорвись на полдороги, товарищ.
21 ноября 1920 года приказом политуправления были частично утверждены штаты клуба, а 27 декабря первым заведующим был назначен Отратенко. Вопреки расхожему мнению, Отратенко не был первым начальником клуба. До него клуб возглавляли два Михаила. С 20 июня 2020 года Щербенев, а с 5 декабря на три недели клуб принял знаменитый военмор Михаил Хайницкий, назначенный приказом по политуправлению морских сил Черного и Азовских морей номер 114 от 6 декабря 2020 года. Назначается прибывший из службы связи Черноморья военмор Хайницкий Михаил на должность заведующего клуба красных моряков имени Шмидта с 5-7 года и зачисляется на все виды довольствия согласно аттестатам. Основание. Рапорт начучета. Причем назначение Щербенева состоялось в Мариуполе, а Хайницкий был назначен уже в Одессе. Приказ номер 4 политехнического управления Политического управления морских сил Черного и Азовских морей от 12 января 2021 года, город Севастополь. Объявляется конкурс на эскизы по росписи театрального зала и фойе при клубе красных моряков имени товарища Шмидта. Задание эскизов – предлагать композицию лозунгов, панно и портретов в тонах будущей росписи, выявляющие в своем изображении тенденцию проявления символов революционной борьбы и будущего пролетарского искусства. Одобренные эскизы будут премированы. Первая премия – 30 тысяч рублей, вторая премия – 20 тысяч рублей. Эскизы предоставляются в секцию изобразительных искусств. Срок представления – 22 января. Жюри будет состоять из Рудного, Рыльского, Голубкова. Подлинный подписали начальник политуправления Марк Рудный, секретарь Викторов с подлинным верно. Дело производитель. В приказе номер 19 по политуправлению морских сил Черного и Азовского морей от 23 января 1921 года об увеличении количественных штатов единиц впервые дается полное наименование клуба главной базы флота «Центральный показательный клуб красных моряков имени товарища Шмидта». В ряде приказов по политуправлению за январь-март 2021 года вносится добавление в штатное расписание, подбирается и утверждается штат работников. Политуправление контролирует и направляет деятельность работников клуба по подготовке к его открытию. В это время в стране неспокойно. Назревает и вспыхивает кронштадтский мятеж. Но и в это время в разных уголках страны молодая советская власть находит возможности заниматься всеобщей грамотностью, повышением уровня культуры трудящихся, красноармейских и краснофлотских масс. Бандитские времена не закончились. По всей стране бродят стаи уголовных и бандитских элементов. Yeah, bro.
что открытие Центрального показательного клуба «Красных моряков» состоялось 24 апреля 2021 года. Эта дата и считается днем создания Севастопольского дома офицеров флота. Но теперь мы так сказать не можем, потому что у нас в руках документ «Донесение политуправления». Совершенно секретно. Политсводка. Пувморсил. За время 15 по 20 марта 1921 года. Харьков, Укрпур, ТЧК, Москва, ПУР, ЗПТ, по Комаркому Галсу, ТЧК. К 15-летней годовщине расстрела Шмидта состоялось торжественное открытие клуба имени товарища Шмидта. Замнач Пурмурсил Черназморей Жуков. Нач информстат отделения Лысенко. 24 марта 1921 года. Рейд Севастопольский. За волнами бури полными моряка родимый дом. Над крылечками дым колечками и черемуха за окном. Ну а главное это славное, то что всех милей собой. Шлют улыбкие и волны зыбкие, ветер ластится штормовой. Далеких подруг, ой, вы ночи, матросские ночи, только небо да море вокруг. Ой, вы ночи, матросские ночи, только небо да море вокруг. Волны пенятся, мачты кренятся, ветер гонит облака. Ночь беззвездная, море грозное, и тоска берет моряка. Ну а главное, если б славная подарила бы письмо, даже палуба, эх, заплясала бы, заходила бы колесом. Синие очи далеких подруг, ой, вы ночи, матросские ночи, только небо да море вокруг. Больше месяца парень бесится, и друзья сказали так. Брось ты ерничать на манер девчат, не забудь, браток, ты ж моряк. Ну а главное то, что славная все равно матроса ждет. Если нравится флот красавице, никуда она не уйдет. Далеких подруг, ой, вы ночи, матросские ночи, только небо да море вокруг. Ой, вы ночи, матросские ночи, только небо да море вокруг. Большим и вместительным зданием в городе. В нем собирались представители не только армии и флота, но и трудящиеся города, особенно рабочие морзавода, самого большого предприятия города. В марте 1921 года состоялся 10-й съезд ВКПБ, на котором было принято решение принять меры к возрождению и укреплению Красного военно-морского флота. 6 сентября 2021 года состоялась широкая Севастопольская флотская базовая конференция, на которой были определены основные пути развития Центрального показательного клуба. Во второй половине конференции председатель дал слово товарищу Бузанову, который как раз и выступал по вопросу о политической и просветительской работе. В нескольких словах остановлюсь на работе Центрального учреждения, на работе самого политотдела. Вы находитесь в здании Центрального показательного клуба имени Шмидта. Это сильное,
Громкое название, но клуба этого, собственно, нет. Он не заслуживает своего названия. Тут достаточно плохо поставлена работа. Военно-морской массы нет. Большинство барышни из различных учреждений. Сейчас приняты меры против этого, чтобы наши военморы могли спокойно заниматься, чтобы не сбивались с толку этим щебетанием и туалетами, которые смущают простого товарища, пришедшего получить истинное воспитание, истинные знания. После 1 сентября состав студий будет состоять из военморов. Этот клуб будет действительно центральным показательным клубом, где можно будет получить навыки и методы клубной работы. Два слова о театре. Здесь же находится театр, который имеет задачу воспитательную работу и обработку военно-морской массы путем серьезных драматических спектаклей. При помощи их мы будем учить тех студийцев, которые приходят в клуб. Будем показывать им, как нужно работать. Конечно, все это сказано мной в грубых чертах. Очень просто можно было бы сказать гораздо больше. Тебя просил я быть на свидании, мечтал о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутившись, сказала: да, 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 да. С утра побрился и галстук новый с горошком синим я надел. Купил три астры, в 4 ровно я прилетел. Я ходил. И я ходила. Я вас ждал. И я ждала. Я был зол. И я сердилась. Я ушел. И я ушла. Мы были оба. Я у аптеки. А я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте в тот же час. Я был зол. И я сердилась. Я ушел. И я ушла. Мы были оба. Я у аптеки. А я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте в тот же час. Вслед за этим в феврале 21 года было утверждено положение о Центральном показательном клубе красных моряков имени товарища Шмидта. Этот документ определил основные направления деятельности клуба. В нем говорилось, что клуб является политико-просветительным учреждением, ставящим себе цель достижение тесного товарищеского общения между военморами и развитие в них самодеятельности инициативы. Призван способствовать приобщению широких военных масс к коммунистическому строительству и коллективной творческой работе во всех областях пролетарской культуры. Клуб носит название Центрального потому, что в его студии стекаются со всех клубов, кружков и частей более способные и талантливые военморы для продолжения своего развития. Показательным он именуется, потому что в нем, кроме дальнейшего развития военморов, еще отыскиваются новые методы и усовершенствования в клубной работе, которые переносятся в клубы частей. Прибывшие из частей военморы обставляются в работе таким образом, чтобы они могли разносить все нововведения из показательного клуба в клубы частей, то есть в буквальном смысле слова могли показать, как лучше вести работу по примеру показательного клуба.
Положение далее определяло, что в центральном показательном клубе применяется метод студийных занятий. В эти годы среди моряков и солдат было много неграмотных и малограмотных. При клубе и в морской библиотеке были созданы кружки по ликвидации малограмотности и кружки самообразования. В шестимесячную утвержденную политуправлением флота программу занятий кружков включены были темы по истории культуры, литературе, темы мировоззренческого характера и по другим отраслям знаний. Поощряя инициативу и распространяя положительный опыт, газета «Маяк коммуны» 19 июля 1922 года писала, что переход от культурничества к плановой политико-воспитательной работе можно считать совершившимся фактом. Клуб имени Шмидта постепенно преобразовывается, созданы и начали работать секции, студии, драматическая, художественная, политическая, организован музыкально-хоровой кружок. Недалеко время, когда красноармеец гарнизона будет иметь возможность бывать на спектаклях или концертах в клубе. Драмкружком за короткое время его существования уже поставлен один спектакль и спектакль-концерт. Подразделений в клубе состоялся специально подготовительный вечер. Тяга к знаниям проявилась и в горячем стремлении глубже изучить военное дело. Чтобы познакомить моряков и призывную молодежь с военной техникой и заинтересовать последних службой на флоте, в клубе решено было организовать выставку. Газета «Маяк коммуны» писала о ней. Военно-морская выставка, открытая 7 ноября 1922 года, в центральном клубе привлекла к себе всеобщее внимание. Качество, многочисленность выставочных экспонатов боевой техники создают огромный интерес. Морская библиотека также приняла участие, дополнив образцы техники подбором богатой книжной выставки по военному делу и тематической библиографии. Клуб
продолжает налаживать все более тесную связь с клубами частей гарнизона. Возросла его роль как методического учебного показательного центра. В клубе стали регулярно проводиться консультации и сборы культпросвет работников главных баз. Уже к концу 22 года в клубе работало 13 кружков, в том числе общественно-политический, литературный, драматический, музыкальный, изобразительного искусства, французского, английского и украинского языков, общеобразовательные и спортивные. Драм-кружком были показаны спектакли «Ревизор», «Гроза», «Недоросли». Так начал свою работу драматический коллектив, из которого впоследствии был создан драмтеатр Краснознаменного Черноморского флота. Набирали опыт в работе и другие студии и кружки. В то же время клуб продолжал оставаться лучшим местом в городе для проведения разного рода собраний, митингов и совещаний. Складывалась традиция торжественно встречать новое поколение флота, организовывать проводы военморов, уходящих в запас после службы на флоте. В июне 24 года состоялось собрание шахматистов Севастопольской базы. Оно положило начало созданию шахматного клуба Черноморского флота. Успешно работала школьно-курсовая сеть. Дети военморов и начальствующего состава посещали различные кружки. Мы приглашаем очевидца событий 30-х годов, который и был посетителем клуба Красной армии и флота. Это вице-адмирал Николай Гаврилович Клитный. Ему в этом году исполнится 92 года. С 1980 по 1987 годы исполнял должность заместителя командующего флотом, начальника штаба первого заместителя командующего Черноморским флотом. Существовал. Я уехал в 40-м году из Севастополя. В 36-37 году вот на этом месте, вот где сейчас дом офицеров Черноморского флота, стоял храм Святого Николая. В 37-38 году этот храм был разобран, и на его месте проектировалось построить кинотеатр дома флота. Надо сказать, что этот собор являлся филиалом Дома флота, в котором регулярно демонстрировались фильмы первым экраном города Севастополя. Вот на этом месте должен был построить кинотеатр. К сожалению, война, значит, это дело, значит, прекратила. Вот, и на этом месте, вот где сейчас, значит, стоит Дом флота, в этом проекте, в этом же проекте, я полагаю, что этот проект немножко переделан, значит, под дом офицеров, вот, под дом офицеров, возник дом офицеров, который существует поныне и является одним из лучших объектов культуры города Севастополя. Спасибо за внимание. Я говорю очень большое. Давайте глянем, молодцы. Да, дорогие друзья, вы после окончания нашего мероприятия, вы никуда не расходитесь, мы с Николаем Гавриловичем все вместе сфотографируемся на память. Пожалуйста, да, продолжаем.
Событием общефлотского масштаба стало создание при клубе радиоузла и проведение первых радиоконцертов для личного состава кораблей и частей главной базы. Газета «Маяк коммуны» 20 марта 1924 года сообщала следующее. Радиоконцерт Черноморского флота, день 53-й годовщины Парижской коммуны, флот ознаменовал радиоконцерт. Впервые, сидя по кубрикам, краснофлотцы, надев наушники, слушают радиоконцерт. Здесь и пение, и чтение стихов, и музыка, исполняемая оркестром штаба. Даже из Одессы сообщили, что концерт был слышен вполне отчетливо. 1 мая 1924 года впервые для севастопольцев на Центральной площади в 8 часов вечера через два мощных рупора был передан радиоконцерт. С каждым годом улучшалось техническое оснащение и возрастала роль радиоузла. К концу 30-х это было хорошо оборудованное и активно действующее подразделение Севастопольского дома военно-морского флота. За короткое время радиоузел стал передовым не только среди флотов, но и в СССР. Журнал «Радио» писал: «Севастопольский радиоузел впервые в СССР применил короткие волны в борьбе с радиопомехами для передачи трансляции с выделенного пункта». Радиоузел имел звукозаписывающий аппарат Шорина фон 40. Наиболее интересные местные передачи записывались на пленку, отправлялись в Москву и иногда передавались по радиостанции имени Коминтерна. В 1940 году перед коллективом ДВМФ была поставлена задача передать по трансляции на площадь имени Ленина, где проходил Первомайский парад, выступление командующего Черноморским флотом Филиппа Сергеевича Октябрьского с линкорна «Севастополь». Редакция радиовещания уделяла большое внимание политическим передачам. Зачитывались постановления партии и правительства, давалась информация о важнейших событиях внутренней и международной жизни, проводились короткие беседы по намеченным циклам, давались ответы на вопросы радиослушателям. Чем бы
предвоенные годы сформировались смотры художественной самодеятельности флота. В январе 1926 года в клубе работала 8-я Черноморская партийная конференция. Для ее участников в клубе был устроен вечер красноармейского и краснофлотского творчества главной базы. Исполнялись музыкальные произведения, песни, танцы, инсценировки, читались стихи. Члены из студии показывали свои работы, драмкружок подготовил новый спектакль, показывали свое мастерство члены спортивных секций. Это был, по существу, первый неофициальный смотр художественной самодеятельности. Было обращено внимание и на работу среди женщин. В марте 1926 года к Международному женскому дню провели первый выпуск слушательниц кружка кройки и шитья и открыли кабинет женской работы. В день женского праздника клуб провел праздник красной косынки. Это положило начало систематической работе среди жен военнослужащих гарнизона. 2 марта 1925 года состоялось совещание комиссии по организации клуба в Дом Красной Армии и флота. Имени товарища Шмидта провести ремонт и переоборудование кабинетов, обновить интерьеры всех помещений. Ремонт, переоборудование, подготовка к реорганизации клуба в Дом Красной Армии и флота заняли более полутора лет. Однако клуб не был закрыт. Весь период 1925-26 годов студии, кружки и другие подразделения клуба продолжали работать.
Также проводились в клубе массовые мероприятия, собрания, митинги, заседания, отмечались революционные праздники, годовщины знаменательных дат и событий. В этот период окончательно сложился облик Дома Красной Армии и флота, как ведущего культурно-просветительского учреждения на Черноморском флоте. Утвердились основные направления и формы политико-просветительской и культурно-массовой работы, рекомендованные политическим управлением Красной Армии и флота. К началу 1927 года здание клуба было отремонтировано. Внутренние помещения хорошо меблированы. Красивый вид приобрел большой зрительный зал. Военный совет морских сил Черного моря приказом от 4, приказом номер 4 от 6 января 27 года утвердил правила внутреннего распорядка Дома Красной Армии и флота, установил дежурство из лиц среднего начальствующего состава гарнизона, утвердил и инструкцию дежурному командиру под кафу. Кстати, зрительный зал тогда был вместимостью 1500 человек с вращающейся сценой. Огромное фойе, различные кабинеты и комнаты создавали возможность для работы и отдыха. В 1935 году Черноморский флот отмечал большое событие. Экипаж подводной лодки «Якобинец» типа «Декабрист» впервые успешно совершил в 1934 году длительное автономное плавание, а в 1936 году выполнил важное специальное правительственное задание. Командир подводной лодки Нестеров и еще 5 членов экипажа были награждены орденами Ленина. По этому случаю в ТКАФе состоялось большое торжество. Большим событием для вооруженных сил СССР явился первый переход военных кораблей из Севастополя во Владивосток. Газета «Красный Черноморец» писала: «Недавно несколько боевых кораблей, построенных на советских заводах из советских материалов, нашими кораблестроителями совершили замечательный переход из Севастополя во Владивосток». ДКАФ провожал экипажи кораблей в поход. Он же организовал и торжественную встречу трудящихся города с возвратившимися участниками похода. В ДКАФ чествовали добровольцев-черноморцев, участвующих в боях в Испании. Использовались самые разнообразные формы работы. Спектакли, концерты, музыкальные тематические вечера, подготовка бригад из самостоятельных артистов для выступлений на кораблях и в частях, подготовка певцов, танцоров, чтецов, оказание помощи в развертывании самодеятельности на кораблях, обслуживание собраний, проводимых в Доме Красной Армии и флота. Thank you.
кружок трансформировался в театр флота. Первой серьезной постановкой стала пьеса Александра Корничука «Гибель эскадры». На генеральную репетицию в Севастополь был приглашен автор, который дал высокую оценку работе артистов. После самодеятельные артисты взялись за постановку пьесы Вишневского «Оптимистическая трагедия». Спектакль был поставлен в 1932 году. На генеральной репетиции и на премьере спектакля присутствовал драматург Вишневский. Кружок стал профессиональным театром. Наиболее одаренные представители самодеятельного искусства с кораблей и частей были направлены в созданный флотский очаг культуры. В том же 1932 году самостоятельный статус получил и ансамбль Черноморского флота. Тесную связь установил в ДКФ с творческими коллективами страны. Гостями на флоте и в Севастополе были коллективы театров Херсона, Харькова, Донецка и другие. Звучали чарующие голоса Собинова, Козловского, Лемешева. Событием, надолго запомнившимся флотским театралом, было прибытие на флот Московского художественного академического театра. На сцене ДКАФа были показаны пьесы «Платон Корничука», «На дне Горького», «Женитьба Белугина Островского», «Соловьева». Непременной дополнительной обязанностью приезжавших на флот театральных и музыкальных коллективов артистических бригад было оказание помощи флотской художественной самодеятельности, которая становилась неотъемлемой чертой флотского быта. В 1939 году Дом Красной Армии Флота был переименован в Дом Военно-Морского Флота. В этот период активно работали кружки и курсы по подготовке библиотекарей и учителей начальных школ, курсы шоферов третьего класса и стенографисток, курсы кройки и шитья, машинописи. Для военморов были созданы курсы по подготовке к поступлению в военно-морские академии и высшие военно-морские училища, курсы радистов и электриков. Будет справедливо назвать имена людей, которые занимались становлением Центрального показательного клуба красных моряков имени товарища Шмидта и Дома Красной Армии и Флота. Время стерло их отчество, портреты, но осталось их дело, наша память, и сегодня мы их с гордостью называем. 22 июня. Секундочку. С 22 июня 1920 года это Михаил Щербенев назначен в Мариуполе. С 5 декабря 1920 года Хайницкий Михаил Николаевич или Антонович назначен в Одессе с задачей передислокации коллектива в Севастополь. 27 декабря 1920 года в Севастополе клуб принял Отратенко. Он числится первым начальником. 2 июля 21 года эстафету принял Сергей Кошкин. Иван Александрович Володский организовывал работу клуба с 17 марта по 30 мая 1922 года. 7 июля 22 года клуб возглавил профессиональный литератор Иван Николаевич Санков. Под его руководством получил становление театр клуба. В 1925 году клуб получает новое название «Дом Красной Армии и Флота» и возглавляет его товарищ Ескин. В начале 1926 года, а именно 30 января, Дом Красной Армии и Флота принял Ульян или Устин Олегович Щукин. Дальше история имена не сохранила, но, возможно, нам в дальнейшем удастся найти эти архивы. Перед самой войной, 1 января 1939 года, Дом военно-морского флота, так он стал называться, принял батальонный комиссар Касаткин. Но эта история впереди. Прилечь и отдохнуть.
вчера мне о далеком, пережитом, позабытом посне. Милый друг, ни разговором, ни намеком, ни щиплого отклика во мне. Все, что было, все, что было, все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы, и натешилась душа. Все, что было, все, что было, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, с прежним звоном прошла. Вечером 21 июня 1941 года в доме ВМФ состоялся бал, посвященный окончанию учений Черноморского флота. Через несколько часов Севастополь бомбили. 22 июня все сотрудники вышли на работу. Еще не было официального объявления, но все понимали. Началась война. Вставай, страна! Oh.
И она началась. Это самая кровопролитная, самая подлая, самая ужасная в мире война за всю историю человечества. Но об этом мы вам расскажем 4 апреля. И о том, как воевал том военно-морского флота города Севастополя. Спасибо вам за то, что вы к нам приходите. У вас работали прекрасные артисты. Шоу-группа «Гуляй, душа» под руководством Константина Пастернака. Конечно, браво! Театр «Мысль» Дома офицеров Черноморского флота под руководством Кирилла Ильина. Юноармейский отряд имени Аркадия Петровича Гайдара с его командиром Дарьей Шпарук. Ансамбль «Морская душа», который вы все любите и знаете. А сегодня с нами была группа под руководством Максима Розенбергера, которые исполняли песни для того, чтобы вы почувствовали вот эту атмосферу 30-х годов. Наш звукооператор Владимир Корзюк, светооператор Андрей Шабаршов, руководитель административной группы Лариса Борисовна Миргородская. Спасибо вам большое. Начальник Дома офицеров флота